Приветик большой всем, кто меня смотрит. Сегодня мы с вами будем закрывать огурцы в горчице. Сейчас мне их нужно перерезать. Вот перережу в эту мисочку. И будем потом дальше продолжать. Покажу, что дальше нужно будет делать. И вот, смотрите, тут огурцы у меня разные. Ну, сильно больших, конечно, не нужно ложить. Ну, я имею в виду и ровные, и крученые их все равно резать. Главное, чтобы они зелененькие были. Больших не надо, потому что там уже семена будет видно. Такие, чтобы они красивые были, огурчики. Помоложе, короче. Итак, начинаю я резать. Порезала я огурцы. Теперь я буду сюда добавлять масло 150 грамм. Уксуса грамм 100. Я много не лью его. Так, перец. Ну, где-то чайную ложку приблизительно. Горчицы. 2 ложки столовых. 2 головки чеснока. Ну, не сильно больших, таких средних. И сахара. Ну, грамм 200 где-то. Соль ложка. И вот это сейчас все сюда засыплю и перемешаю. Положила я сюда все специи, перемешала их хорошо и теперь оставляю часа на 4-5. Ну, буду смотреть, через время буду перемешивать. Чем чаще перемешиваешь, оно быстрее сок огурец пустит. Ну, где-то часа 4 точно будут они стоять. Так, простояли у меня огурцы в таком маринаде. Не 4 и не 5 часов, а так получилось, что мне их нужно было поставить в холодильник. И они простояли часов 13-14 в холодильнике. И вы знаете, вот сейчас утром встала, в 5 часов утра, вытянула их, пересыпала в другую, вот в эту миску, которую я буду готовить. Аромат на всю кухню. Перемешала их, сейчас еще раз перемешаю и буду ставить варить. Я их провариваю совсем немножко, минут 5 после закипания. Так что никогда не бойтесь, если они у вас простояли дольше, но только в холодном месте, конечно, чтобы они не заиграли. Ну, я думаю, они не должны заиграть, но в холодном, лучше в холодном. Так получилось, что мне пришлось их в холодильник поставить. Они еще лучше промариновались, и сейчас я их буду дальше готовить. Так, вот смотрите, уже прокипело у меня 5 минут, и я сейчас цвет они поменяли. Там, может, некоторые, еще, может, минутки 2, вот, поварятся, и все, буду выключать. Рассола хватает, видите, ой, горячие. Рассола хватает, так что... А запах на всю кухню. С утра пораньше. Окно открыла, соседи услышат, сказать, что она там с утра уже готовит. Каждый день тарахтют тарелками, банками этими, с закрывачкой, короче. Так, друзья, буду банки стерилизировать. В горячие банки буду засыпать вот этот мой огурчик. Получилось у нас, друзья, 3 полулитровых и 1 литровая баночка таких прекрасных ароматных огурчиков в горчице. А я желаю всем счастья, удачи и добра. Всех благ вам!